Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 7 не работает слуховой динамик, то самая распространенная неисправность заключается в следующем. Выход из строя самого слухового динамика, либо верхнего шлифа, так как через него передается сигнал от динамика на печатную плату, либо проблема в аудиокодеке. Мы вам рассказали основные причины, из-за чего не работает слуховой динамик на iPhone 7. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.